Всем привет, меня зовут Маша, и это видео для Куперебёнку. И сегодня я расскажу о своей миссис Бублик. Давайте сначала перейдем к ее внешнему виду. Как вы видите, глаза у нее разного цвета, то есть желтая и розовая. Это бусинки, я их пришла очень легко. А дальше нос, это пуговичка, и я пришивала тоже легко. Не знаю, вам кажется, или только мне кажется, что она похожа на свинку, хотя она кот. Дальше мы видим вот такие вот ушки. Тут одно побольше, другое поменьше. Сзади у нее, как бы сказать, такой воротничок бело-синим, который, в принципе, ей очень подходит под стилю. И давайте прочитаем ее анкету. Зовут миссис Бублик, ну это вы уже знаете, очень странное имя, но именно такое имя пришлось мне по душе. Порода кота-свинка. Особенности помогают поварам печь бублики. Обладает силой, во сне она попадает в мир бубликов. Странности имеют разный цвет глаз. И страх, что если на земле не останется, ну, не будет ни одного бублика, она пропадет, и хозяйка ее не найдет. Очень странный страх. Хозяйка Sever After High Apple White. Как вы видите, у Apple White в коллекциях одежда более красная, поэтому я пошила ей вот такой вот миссис, тоже красную. И девиз. Без бубликов мир бы был не такой и был бы дыркой от бублика. Давайте посмотрим внешний вид анкеты. Как вы видите, может быть и не видите, сверху откусан бублик и написано «Бублик in the best». Тут крошки, в общем, как неаккуратные люди делают. Дальше мы видим ее лицо. Думаю, похоже, только лицо поменьше. Дальше видим ее подпись. MC Bobble. Скороченным. И внизу видим сердечко AV. Это люблю Apple White. Также хочу рассказать о трудностях, которые произошли во время шитья миссис Бублик. Во-первых, никаких. Я шила ее вчера за час. И скажу, что будет вам очень сложно, если вы пошьете игрушку. Во-первых, вы набили ее синтепоном или ватой, и надо эту дырочку зашить. Но так как вы переворачиваете игрушку, чтобы швов не было видно, то швы не видно. Ну а если вы зашиваете где-то сбоку дырку синтепоном или ватой, это будет видно. Поэтому я попросила помощь у мамы. Вы можете попросить у бабушки, мамы, дедушки или даже папы. Или у подружки и старшей сестры. Думаю, что если вы будете зашивать дырку синтепоном или ватой, лучше сделать ее внизу, чем сбоку, с другого боку, здесь или здесь. Вчера я пошила еще одну игрушку, я думала ее сделать для Кэти Нуар. Но для Кэти Нуар она, к сожалению, не подошла, поэтому я сделала ее как валентинку, она была в форме сердечка. Не забывайте обязательно ставить лайки и подписываться на канал Купи Ребенку. С вами была я, ваша Маша Тихонова, и думаю, вам понравилось это видео. Пока!